Многие в нашем районе, на Кубани, да и по всей стране сейчас подтягивают свои знания по русскому языку. Какова же причина этого? Дело в том, что совсем скоро, через неделю, состоится всероссийская образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. И любой сможет проверить свои знания великого и могучего. За диктант всем написавшим его будут выставлены оценки. С каждым годом тотальный диктант набирает все большую популярность. Участвовать в нем может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, семейного положения, интересов и политических взглядов. Вернее, у всех участников тотального диктанта есть один общий интерес к русскому языку, самому красивому и богатому, но вместе с тем и непростому в изучении. Коммерческий банк «Кубань-Кредит» стал одним из партнеров тотального диктанта в нынешнем году. Банк «Кубань-Кредит» является партнером тотального диктанта в Славянске на Кубани. Мы всегда поддерживаем интересные акции. Банковские работники любят русский язык и готовы продемонстрировать свои знания в проводимом тотальном диктанте. Сотрудники коммерческого банка не остались равнодушными к образовательной акции. Их заинтересовал тотальный диктант. Конечно, я приму участие в написании диктанта, потому что у меня есть школьник, сын, учится в 6 классе. Я обязательно приду и поучаствую с сыном в написании диктанта. Да, я считаю, что банковский работник должен знать хорошо русский язык, потому что мы составляем документы. Помимо цифр, мы пользуемся еще и русским языком. Филиал Кубанского государственного университета в Славянске на Кубани – также стал партнером тотального диктанта. Славянские студенты готовятся к этой замечательной акции. Тотальный диктант для них – отличная возможность для совершенствования в русском языке. Тотальный диктант – это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить свои знания русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Тотальный диктант нужен каждому, ведь каждый человек хочет повысить свою грамотность и улучшить ее. И тотальный диктант – это помощь. Найти правописание слова не заставляет трудности, но знание языка очень важен для нас, ведь тогда мы будем уверены в себе. Проводить тотальный диктант раз в год, конечно, мало, но подготовки раз в год, я считаю, достаточно. Для желающих тщательнее подготовиться и уделять русскому языку больше внимания, на главном сайте акции легко можно найти онлайн-курсы русского языка и слушать их в свободное время. Например, утром за завтраком, чем не отличное начало дня. Маленькие шаги приносят большой результат. Участие в диктанте, конечно, не принесет вам каких-то материальных благ, но как же это интересно и весело. В конце концов, быть грамотным – это модно. Ребята, мы примем участие в тотальном диктанте? Да! В Славянске на Кубани тотальный диктант пройдет 13 апреля 2019 года в 14 часов в городском доме культуры. Текст диктанта прочитает Галина Мирная, победитель краевого конкурса «Учитель года Кубани». Регистрация участников открылась с 3 апреля на сайте totaldict.ru. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».